Смотри это, смотри, смотри. Посмотри. Это видно? Это фиксай сделал. Это я, фиксай. Ты посмотри на этот кил. Посмотри дальше. Ты смотри на этот кил. Это, короче, мой канал КСГО, ссылка будет в описании, там снимаю офигенные ролики, там монтажи, там и все такое, короче, заходите, ребят, подписывайтесь. Всем привет, друзья, меня тут фиксай, сегодня мы будем роли Наруто, потому что мы будем ловить сегодня покемона с помощью покебола. Блять. Да. Здесь у нас есть покебол, здесь есть Google карты, с помощью которой мы будем ловить покемонов. Сейчас мы пойдем на арену, чтобы захватить ее. Мой друг уже захватил одну арену, и мы пойдем отвоевывать. Сейчас мы идем на балкон, чтобы показать, куда мы пойдем, чтобы ловить покемона. Выходим на балкон. Здесь открывается просто самый лучший в мире красивый вид во всем Таганроге, потому что мы сейчас находимся на втором этаже. Ай, камеру чуть не уронил. Ты что, дурак, что ли? Так, смотрите, сейчас мы пойдем в какую-то сторону. Нет, мы пойдем в другую сторону. Пока нет, ну туда надо все. А? Вот туда, вот туда. Нам туда надо идти. Тут покемонов, короче, слушай, пока что нет. Делает? Если тут будут покемоны, вы можете увидеть, то, что здесь находится арена. Это на самом деле на лысом, где вот в какой-то дороге находится это. Туда мы пойдем, короче, и будем ловить покемонов. Поехали, работаем, ребята. Я нашел крабика. Вот он, Найс, Найс вообще на крабике. Да, я смотрю, салопы. Я не попал, блядь. Сука. Жаль, на андроиде сейчас нету интеграции с камерой. Да вообще ничего нет на андроиде. Тут ничего не работает на нем нормально. Что-то пиратская версия. Ну да. Зато к серверам подключаем. Помайло, да? Все, Найс. Бу! Следы советского прошлого. Все, я взял покебол. Ты взял покебол, отлично. Направил половину. Блин, покемон, отлично, ловим. Давай, сработай. Брат, тебя прошу. Я тебя прошу, Иван, успокойся, ты поймал, кто. Что это? На самом деле, так таковых покемонов очень сложно найти на улицах нашего города. Поэтому есть такой небольшой лайфхак, можно просто поехать либо на автомобиле, либо на трамвае, на маршрутке какой-нибудь, просто 12 рублей вы садитесь. Просто садитесь по городу, собираете всех покемонов просто по дороге, они очень медленно ходят, поэтому их очень легко поймать. Вот здесь что-то есть, какой-то покемон. Давай, снимай. Okay. Это какая-то, это как у Антона только, помнишь? Речка. Так у него второго вот этого покемона. Первого раза, вот это и жесткий. Боже мой, отлично, плюс один покемон. Найс. Покемон каут не покемон. Я даже не получил медаль. У меня трясило его, короче. Сейчас вот эта штука. Я нашел машинку, Иван. Пошли, пошли, Иван. Иван, возьми машинку себе в коллекцию. Пошли, он дал, Иван. Не трогай его. Иван, расскажи, что такое кристаллы? Ну, ты, короче, типа, ходишь, собираешь там. Можно крутануть, так сказать. Ну, короче, она синхронизирована с Google Maps, и в Google Maps отмечены какие-то исторические места, и в каждом историческом месте стоит какой-либо кристалл. Ты его, короче, прокручиваешь, получаешь себе эту штуку, но это не загрузилось, поэтому такое бывает. Понятно. Получаешь какую-то штуку, только надо к ней подойти для начала. Иорданов, это у нас кто такой? А понять не имеет, это не написано. Соученик Чехова, в общем, там, по-моему, что-то такое, да? В общем, не стоит. Немного, в принципе. Ну, короче, мы уже, в принципе, по идее, не так далеко от этого места. Ну, правда, конечно, персонаж как дал, весь бат. Твою мать, Денис, я тебя не... Ну, я на 56-й бы не поехал. И получаю покебол. Отлично. Во, я, короче, у меня такой же есть, ну, похер, я его лучше потом. Все, изи. Изи плюс покемон. Покемоны – это просто такая вещь, если вам что-то нечего делать, то покемоны – это круто. Да. Ну что, друзья, на этом все, не забывайте подписываться, а также ставьте свои большие пальцы вверх за такой классный ролик от меня. Данное приложение, к сожалению, сейчас не работает в России, оно вообще никому не доступно.
Но, как вы понимаете, мы же Россия, мы же русские, мы всегда найдем какой-нибудь выход из данного положения, поэтому ссылка на скачивание будет в описании. Но есть проблема в том, что если у вас iPhone и у вас меньше, чем 8 iOS, то это приложение не будет работать. Также, если у вас Android и у вас меньше, чем 4.4 Android, то это приложение тоже не будет работать. Так что перед скачиванием посмотрите, какая у вас версия iOS или Android. Но я пошел этот ролик монтировать. Там покемон!